проблема. Во-первых, в отличие от других спортсменов, наших будут проверять трижды. Ну да, вообще так будет. Да, а что это значит? И как это будет организовано? Вот на прошлой Олимпиаде одного из наших спортсменов, борца вольного стиля, по-моему, да, его проверяли прямо перед выходом на ковер ночью, разбудили ночью. Он выиграл, но он там в обморок упал. Вот как это будет сделано, как организовано? Вот этого мы не знаем. Потом мы не очень понимаем, как будут организованы командные соревнования. Они с какой символикой будут проходить? Это ведь тоже вопрос не праздный.